Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сейчас с тобой продолжаем играть в... Хотел сказать в Unleashed тут. Нет, в War Thunder. War Thunder сегодня у нас танковые аркадные бои. Будем играть в аркадных, ну и в жопу, реалистичные. Я не такой про... Для того, чтобы идти в аркадные... Ой, то есть, что реалистичные, нужно сначала в аркадных, мне кажется, накатать сотню часов. Вот. А то я ни технику не знаю, ни карты не знаю. Вот, и уже пру хрен пойми куда. Едем захватывать точку, конечно же. Едем, конечно, на Т-34. МБК у нас будет 15 патронов. Если будешь какие-то музыку слышать или вдруг какие-то странные звуки, у меня открыто окно, а там, короче, ну, люди всякие нехорошие слушают музыку и так далее. Знаете, нарушает общественный порядок и мешает мне записывать ебаную серию. Вот, поехали с тобой в аркадках. Вот, мне кажется, в такие игры надо играть более проще. Поехали. Так, у нас четкие пацаны. В аркадках, кстати говоря, чем отличается, кстати говоря, опять же, реалистичный бой от аркады? В аркаде все проще. То есть управляемость танка лучше, скорость больше. А здесь подсвечиваются враги. Да, опыта меньше получаешь, но здесь все более проще. Ну, аркадно, знаете. То есть более все. Мы, смотри, мы летим с тобой 56 км в час. Это просто великолепно. Вот. Но нас также могут убить за одну секунду. Вот, мы попробуем, наверное, занять верхний с тобой рубеж. Мы поедем туда. Там С2. Артиллерии, кстати, если кто-то спросит, есть ли в War Thunder артиллерия. Нет, артиллерии здесь нету. Но здесь за место артиллерии есть авиация. То есть, ну, ты можешь сесть на самолетик во время... Во время езды тебе могут дать такую возможность, и все. Ты будешь на самолете. Так, мне кажется, кто-то вот здесь сейчас поедет. Че, нет никого? Че, знаете, мне что, в World of Tanks захотелось. Я не знаю, почему, ребят. Что-то мне захотелось в World of Tanks поиграть. Благодарю вас. Ой, нам пизда. Это War Thunder, ребят. Это War Thunder. One kill, one shot. Да. Такая жопа. Такая, ребят, жопа, к сожалению. One kill, one shot. Или one shot, one kill. Я все время путаю, извините. Сейчас так не скажут. Это one shot, one kill. Что ты несешь? Дурак старый. Да, что поделаешь. Это вот такая игра. Я спалился. Да, я спалился тем, что надо было жопу спрятать. Знаете, некоторым людям нравится War Thunder, типа реализм. Пробитие, всякая хуйня, да? Есть люди? Такие, как я. Которым этот реализм нахер здесь не нужен. Почему? Потому что здесь есть люди, которые играют, допустим, на высоких там настройках графики. У них все красиво, травка там, все. А есть киберкотлеты, они играют на минимальной графике, здесь нету ни травы, ничего. То есть они, ну, имеют преимущество. Вот, и, ну, реализм есть такое себе растяжимое понятие. Хотите реализм, тогда делайте вид из кабины, а не от третьего лица. Кстати говоря, можно... Блин. Можно было... Можно было попробовать сбить. Вот. Но, к сожалению, у меня не получилось. Что-то у меня, знаете, на танках, ребят, не особо получается. Мне что-то больше на самолетах получается летать. Видимо, небо все-таки мое. Я все-таки не танкист, наверное. Ну, потому что на этих железных... Блин, вот мы с тобой играли в ту серию на чем? На самолетах, да? У нас там самолеты более живучие, чем здесь танки. Здесь танки говно. Че у меня трава репит?
пантере, да? Ну, вообще насрать. Типа они попали, а ей насрать. От меня не насрать. Давай я помогу, я тебе могу помочь, бро? Давай поможем. Окей, бро, помогаем. Что там, кто-то летает, да? Но это мухи, 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 не обращай внимания. Помощь с починкой. Спасибо. Пожалуйста. Нам в тыл зашли, слышь? Нам зашли в тыл. Внимание на карту! Нам Петручу? Вас понял. Блять. В смысле? А это что за ПТ-76Б? А, ну и она, конечно, да, и, конечно, под углом, как бы, ну, рикошет это... Знаете, дело здесь такое, его как бы, ну, его как бы здесь не существует на самом деле. Давай на Т-34, у меня дублер есть. Давай дублер у всех прострем. Вот, и как бы здесь рикошета нет. Не нравится что-то мне эти танковые бои, на самом деле. Я лучше, наверное, World of Tanks поиграю. Ну, что-то какие-то, ну, видишь, да, то есть нас ваншотят, мы даже не выезжаем на ваншот. То есть здесь очень много крыс всякого рода и так далее. То есть, ну, еще карты такие. Здесь лучше играть в War Thunder, лучше, конечно, играть это в самолетики. Здесь интереснее летать. Вот, а танки здесь так. Знаете, поскольку постольку. Кто-то скажет, ты что, я вот прирожденный танкист. Ну, не спорю, если ты прирожденный танкист, пожалуйста, катайся. Я вот нихуя не танкист, я, походу, делал летчик. Где они там? Подсветка. Ну их там нет. Ну там они как бы есть, они там, но они за объектами стоят. Да. Эх, пацану хотел помочь, но не успел, пацан сгорел на работе. У него пердак загорелся, ребят, видите, как ярко горит. Аж отсюда видно. Вот. Так, мы начинаем побеждать. Нам бы, наверное, как-то надо подъехать. И как-то не получить пиздюлей. Блять, нашим сейчас здесь заберут. Здесь барханы эти сраные. Поля. Эх, нашего забирают в жопу, да, я уже вижу. А, нет, его не забрали в жопу. Это забрали того в жопу. Внимание на карту. А нашего-то забрали? Да, и нашего забрали. Артиллерия, огонь артиллерии. Так. Критический удар, но, к сожалению, не пробитие, потому что... Ох, блядь. Я эту, блядь, перв... А, ну я ему ебало сломал. Мы его не можем уничтожить, замечательно. У него кто там живой-то? Да. Но такую пердупу, к сожалению, я не могу, ребят, сломать, потому что я, блядь, дно. Вот, да. У нас гусы сломаны, если что. Ага. У нас, если что, сломана гусля. Я жду, пока нам отремонтируют гуслю. И нам может быть сейчас пиздец. Нам очень сильно везет. Ой, извините. Ой, еще раз извините. Нам очень сильно повезло то, что нас не трахнули. А могли. А могли, но не трахнули. Ебать их там. Попадание. Трансмиссию мы ему выбили. По красавчике. И нам выбили всех, кого можно.
удерживаем сечением. Вот. Приведите его в этот порядок заряжающего. Арту кидают. Но у них нихера ничего не получится. Сейчас. Ага. Вот, ну я там этому козлу трансмиссию выбил. Блять. Все видит, все чувствует. Прикинь, я стрельнул, а он уже чувствует и знает, откуда стреляют. Он же ждет. Он стоит, блять, и ждет. Попадание. Куда? В каток. Даже не пробил, ребят. Даже не пробил. Я их отвлекаю на себя, если кто-то не понимает, что я делал, я отвлекаю их на себя. Противник готовит артиллерийский удар. И как, блядь? Как ты нахуй так выгадал? Ага, ага. Ага. Ну да. Самую, то есть, защищенную часть он меня, блядь, пробил. Красавчик, блядь. Уважаю. Понятно. Вот такие вот, ребята, игры танком. Пробивается куда угодно. Техника твоя. Вот. Если начинать за кого играть, то надо начинать за немцев. Немцы более прочные, но, конечно, потом, когда докачиваешь до 10 рангов, то там уже топы все-таки это советы, по-моему. По-моему, они там топы. Вот. А так, в принципе, да. Вот такие, ребят, пироги. Вот такие вот пироги. Вот такая игра. Да, будет серия короткая. Кто скажет, а что какая короткая серия? А вот потому что, ну как бы... Ну а смысл еще одну аркадную катку, да, 24 минуты. Я думаю, никому не будет интересно смотреть, как я еще... Ну, блю, и ни хрена ничего у меня не получается. Потому что, ну... Я говорю, танковые бои здесь феноменальные. Тебя уничтожают просто с одного выстрела. Вот. То есть, ну это... Полнейшая, конечно, жопа. Да, вот, то есть здесь, если прокачаться до 10 левела, конечно, здесь будет Т-80У, там Т-72БР, то есть это... то есть это уже современные танки. Да, они здесь гнут, конечно. Вот, с активной броней там у них вся фигня. То есть, ну, уже современные танки, я имею в виду. Вот. То есть они, да, они здесь гнут. Но до них надо еще докачаться, а чтобы до них докачаться, нужно пройти через все унижение Советского Союза, а потом уже их качать. К сожалению, просто так здесь ничего не дается. Вот, победа в захвате Кубань. А вот, увидимся с тобой уже в следующей серии мы с тобой полетаем на самолетах, вот, и потом, не знаю, может еще поиграем, может нет. Всем до встречи, всем пока.